как рассказывают некоторые люди, более информированные, нежели я, о том, что там порой в Москве происходит. Говорят, что страшными словами ругается, матерится, орет на подчиненных, когда они ему начинают возражать и осторожно предлагают какие-то альтернативные варианты решения проблем, что, может быть, нам надо как-то все-таки переходить к хотя бы размышлениям о выводе войск или о том, чтобы как-то сворачивать кампанию или там с кем-то пытаться договариваться, предлагать какие-то уступки, компромиссы. Нет. Говорят, топает ногами, жутко матерится. И так требует... он истеричка? Конечно. Что, вы разве не обращали внимания на то, что Путин склонен к таким... Он умеет сдерживать вот эти взрывы эмоций. Но вы вспомните, сколько раз с ним случалось это.